Губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по подготовке празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца. Мероприятия, намеченные на 2024 год, имеют статус федеральных и были поддержаны президентом страны Владимиром Путиным. Как отметил Игорь Руденя, при реализации плана мероприятий важно сохранить историко-культурное наследие самого древнего города Верхневолжья. В Торопце планируется выполнить значительный объем работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, модернизации учреждений образования, спорта, здравоохранения, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству общественных пространств. Напомним, что Торопец был основан в 1074 году. Именно там венчался Александр Невский. Он же в 1245 году освободил город от литовских захватчиков.